Приветствую вас, уважаемый покупатель. Я рад, что вы оформили заказ в моем интернет-магазине. И теперь вам нужно сделать последний шаг. Это оплатить вашу покупку. Итак, здесь представлены несколько способов оплаты. Вы можете выбрать один из них, который вам будет более удобен. Итак, рассмотрим. Робокасса. Робокасса предоставляет массу способов оплаты. Давайте посмотрим. То есть вот. Сколько много способов оплаты, которые вы можете выбрать и оплатить любым удобным для вас. Банковской картой, через интернет-банки, через Евросеть, связной, через мобильное приложение. Также можно оплатить с помощью WebMoney. И вас автоматически перебрасывают на платежную систему WebMoney. Картой Visa MasterCard, но это тоже идет через Робокассу, Яндекс деньгами, здесь можно с кошелька Яндекс или с банковской карты. Ну, кстати, самый неплохой способ оплаты, если у вас есть Яндекс деньги или банковская карта, здесь берется очень небольшая комиссия. Ну, также с помощью Kiwi кошелька, Сбербанк онлайн, тоже связной. И для жителей зарубежья можно оплатить с помощью системы PayPal. Все, выставляется счет, вводится адрес электронной почты и оплачиваете свой счет. Вот такие несложные манипуляции вам нужно сделать, оплатить заказ и получить его на свой электронный адрес, который вы указали при оформлении заказа. Желаю вам приятных покупок. Обязательно внедряйте полученную информацию. Без этого у вас ничего работать не будет. С вами был Вячеслав Опилкин. Пока-пока.